предусмотрено увеличение размера ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой попечительством семьям, в том числе и приемных семьям. Напоминаю, что на июньской сессии была создана согласительная комиссия. Согласительная комиссия рекомендовала комитету доработать проект с учетом предложения губернатора, а именно проиндексировать размер выплат на 15% и установить дату вступления в силу с 1 июля 2016 года. Потребность дополнительных бюджетных средств на 2016 год составит 22 миллиона 747 тысяч. Хочу сказать, что когда комитет получил данное направление в свое ведение, значит, мы с самого начала определились с тем, чтобы данную категорию граждан, данное направление, значит, поддержать, ну, по максимуму. Мы вначале определяли сумму чуть большую, но учитывая ту экономическую ситуацию, то положение, которое сейчас есть, существует и в области, и в стране, значит, мы согласились с предложением губернатора, и вот данную надбавку, данную индексацию я предлагаю коллегам депутатам поддержать наше решение. Хочу сказать и заверить, что, значит, мы не заканчиваем работу над данным законопроектом. Мы будем продолжать ее. Мы очень обеспокоены вот той ситуацией, которая есть в данных семьях. И мы настроены довести, значит, индексацию в данном направлении до уровня прожиточного, то есть сумма, которая необходима и которая есть реально. Спасибо. Спасибо, Геннадий Александрович. Уважаемые коллеги, переходим. Есть вопрос к Геннадию Александровичу? Да, пожалуйста. Геннадий Александрович, ко всем. Алексей Владимирович, можно слово? Нет, вы выступление хотите? Нет. Или у вас вопрос есть? Нет, не вопрос. Нет, не вопрос, сейчас к выступлению перейдем. Хорошо. Если вопросов нет, то переходим к обсуждению данного вопроса. У нас записался для выступления на вопрос Старостин Сергей Вениаминович, Вологодское региональное отделение политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко». Пожалуйста.